Накануне в столице Азербайджана, в городе Баку, завершилось второе заседание министров по управлению чрезвычайными ситуациями стран-членов и наблюдателей Организации Тюркских Государств. В мероприятии приняли участие главы чрезвычайных ведомств Азербайджана, Узбекистана, Турции, Казахстана, Кыргызстана и генеральный секретарь ОТГ. В ходе мероприятия с подробным докладом выступил и глава МЧС Узбекистана. Он рассказал об инновационных методах работы, которые сегодня внедрены в нашей республике в сфере защиты территории и населения от природных и техногенных катастроф. Также была представлена информация о мероприятиях, проводимых совместно с профильными ведомствами и сопредельных государств с целью предотвращения ЧС трансграничного характера. Вместе с тем было предложено создать многофункциональную систему предотвращения и раннего оповещения стихийных бедствий. Во второй части мероприятия участники обсудили проект соглашения о создании механизма гражданской защиты. Отметим, что целью второго заседания министров по управлению чрезвычайными ситуациями Организации Тюркских Государств является развитие связи между соответствующими структурами стран-членов ОТГ, обсуждение вопросов по координированию совместной работы во время чрезвычайных ситуаций. И в завершении мероприятия также в рамках заседания проведены международные учения спасателей «Баку-2023».